Привет всем, друзья! В этом видео расскажу, как сделать своими руками из стеклянной баночки от детского питания очень нужную самоделку. Настоящие хозяйки, туристы, рыбаки и охотники обязательно оценят. В крышке банки нужно просверлить 3 отверстия с одинаковым интервалом друг от друга. Теперь понадобится джутовая веревка. 3 небольших кусочка от нее нужно отрезать. Просверленные отверстия крышки банки веревки надо пропустить. На каждую веревку надо нанизать по гайке. Снизу веревки надо немного подтянуть, чтобы сверху оставались небольшие кончики. Банку необходимо заполнить маслом. Я использую лампадное. Если нет у вас лампадного масла, его можно заменить подсолнечным, для горючести разбавив его немного с керосином или на худой конец white спиритом. Деревянной шпажкой надо верхние части веревки пропитать маслом. При необходимости веревки еще можно подтянуть и затем крышку плотно накрутить на банку. Для лучшей пропитки веревок маслом банку нужно потрясти. Самоделка готова, пришло время веревки поджечь. Долго ждать не пришлось, огонь сразу разгорелся. Как вы уже догадались, получилась трехфитилевая свеча длительного горения. А если сверху поставить сушилку для столовых приборов и на нее поставить банку тушенки, то горячая еда вам обеспечена. И если у вас отключили свет или вы собрались на охоту, на рыбалку или в поход, и эта свеча вам осветит помещение, обогреет вас и согреет вам еду, а сделать ее сущие пустяки. Кому такая идея и хитрость была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи, пока!